республике готовятся отметить День государственности. В этом году праздничный день, 27 сентября, приурочен к нескольким юбилейным датам. Это 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства, 95-летие образования Якутской АССР, 120-летие Максима Амосова и 140-летие Алексея Кулаковского. К слову, в преддверии праздника стартовала всенародная премия «Гордость Якутии», в рамках которой выберут тех, кто пополнит список знаменитых якутян. Подробнее о премии и предстоящих событиях Дня государственности расскажет Марианна Кутукова. Ученики Республиканского лицея ко Дню государственности репетируют гимн Якутии. Завтра знаменательный день они встретят при полном параде. Торжественные линейки и знакомства с историей каждый год проходят во всех образовательных учреждениях республики. На самом-то деле непростое понятие, так, что вот республика в составе федерации является государством, так, как прописано в Конституции. Вот это все наши дети тоже должны понимать, так, должны уметь оперировать этими понятиями. С гимна Якутии началась презентация новой всенародной премии «Гордость Якутии». Отныне жители республики народным голосованием в течение года каждый месяц будут выбирать якутян, добившихся успеха в разных сферах жизни, тех, кем по-настоящему гордится наш регион. Мы решили, что будет интересна номинация, допустим, глава наслега. То есть это уровень власти, который находится ближе всего к населению, к земле. После пятерка финалистов мы для них делаем отдельное финальное голосование, и таким образом определяется победитель. То есть победителя определяет не экспертная комиссия, не Сахамедия. Победителя определяет наша аудитория, наши читатели, то есть жители республики. Всего определены 12 номинаций. Голосование будет проходить на сайте Якутского Саха информационного агентства. Отметим, что первой номинацией премии «Гордость Якутии» определена самая народная профессия учителя. Символично, что именно этот проект стартует перед такими большими событиями, День Республики и перед Днем Учителя. У нас в республике свыше 14 тысяч учителей, поэтому это будет очень сложный конкурс, да, именно избирать из такого большого количества работников. Награждение и чествование лауреатов Всенародной премии состоится ровно через год. Для них изготовят специальные медали. А завтра якутян ждут на праздничных мероприятиях. Так, на площади Ленина раскинется выставка-ярмарка изделий народных мастеров. Там же пройдет акция «Народное караоке», которая завершится совместным исполнением гимна республики. А в 21:00 зрители смогут увидеть яркое световое шоу. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск.